Утро воскресенья. В Симферополе веерное отключение света чего-то чинит, поэтому предыдущий влог выйдет чуточку позже. Планы на день, конечно, пошли по перде, потому что очень хотелось сегодня. Посидеть за компиком, конечно, можно, буквально, но... Что это такое? В отсутствие электричества мы внезапно решили сходить в наш краеведческий музей, и тут просто, друзья, это вот что по-вашему такое? А это знаете что? Это вот такие вещи, которые были найдены, причем у нас здесь же, то есть в Симферополе и в окрестностях его. Я, честно говоря, даже под впечатлением до сих пор. Кстати, смотрите, родственник Настюхи из Керчи, вот, пожалуйста, череп. Поменялось здесь Симферопольское. А это экспозиция буклетиков революционных времен, и мне очень особенно вот этот нравится. Одесская федерация анархистов. Народный митинг в помещении цирка. Вход бесплатный. Главная кульминация двух дней. На ваших глазах самая острая лапша в магазине. Видите, тут курочка, да, петушок какой-то с бомбой написано. В два раза больше остроты, больше ни хрена не понятно. Настюхе достанется вариант чуть послабее, как посильнее, чем вчера, но не такой острый, как вот этот. Вот. В чем особенность данной лапши? Почему мне кажется, что это будет прям инферально? Она сначала заливается кипятком, разбухает, потом ты кипяточек сливаешь и уже в приготовленную лапшу накидываешь начинку. И это придает, остается больше вкуса острого в лапше. Настя не хочет участвовать в этой затее. Я тоже не хочу участвовать в этой затее, но будем начинать. По-моему, оно не острое. Ты точно не перепутал мое и свое? Нет, у меня X2 спайси написано. Настя думает, что я ее хочу отравить, друзья. Мне глаза ей выедает. В общем, мы сегодня опять подготовились, у нас палочки будут, снеки. У меня за кадром стоит банка с молоком на всякий случай. Но мне кажется, короче, все будет нормально. Настя что-то сит. А у меня там оставается чай, потому что воду кое-кто, маленькая Аня, всю выпила. Влога, говорит, должна быть честной и вылить весь соус. У нас нет соревнования, и ты можешь в любой момент разбавить чем-нибудь. Просто ты тоже должна быть объективной. Что? Она с твоего соуса, да? Так она и погибла. Спасибо, солнышко! Мне теперь ни капельки не страшно, зайка. Перда. А тут не такая небольшая порция, на самом деле. Я, наверное, все. Я чувствую, что это не столько остро, сколько больно. Ну что, ready steady медведи? Предлагала тебе снимать влог на Пушкина 16. Что такое? О-о-о-о! Мамочка! А! Чай? Подожди, стой! Ешь бы макароники. Да все. Все? Ты много съел сразу? А, не трогай! О, боги! Сколько ты макаронинок съел? Одно? Не проходит. Это как будто бы перцовый баллончик во рту взорвался. Ты взял одно?
А, молоко не помогло! Еще? Все. Ты столько съел? Больше. Ради тебя. У меня до сих пор глаза слезятся. Очень остро прям. Язык я не чувствую, но чувствую, как он набухает, друзья. Да у тебя, я смотрю, после вчерашнего нормально все, да? Я ем маленькими порциями, поэтому верхняя губа как будто бы тоже стала больше. Но это чистая вот консистенция, если бы... Вот лизнул сатану, такое ощущение, знаете? Все, получается, мы слабаки, да? Да. Две пуськи из семейства кошек. Я могу, наверное, кто-то съесть. Но вот это в натуре, это перцовый баллончик, друзья. Понимаешь, какая история? Вот эти, не надо мне. Они, я чувствую, что что-то происходит, то есть у меня немножко покалывает верхняя губа там, да? Но вот это в натуре такое ощущение, что ты, ну, бабушку попытался ограбить, а у нее оказался перцовый баллон, понимаешь? И вот тебя залили им. Это прямо, ну, о. Если вот это перец, который терпимый перец... Даже вдыхать тяжко. Может быть, так работает, что ты съедаешь что-то острое, и потом у тебя порог повышается? Губы красные. Да, я не чувствую верхнюю губу до сих пор. А нижнюю? Короче, реквестирую. Вот такая упаковка. Вот такая упаковка. Просто вкусная. Да, просто вкусная лапша с мориками. А вот это вы покупаете, если вы хотите смерти какому-нибудь врагу, я не знаю, либо вы действительно фанат очень острой еды. В общем, если вы хотите замутить челлендж, мы предлагаем вам купить такую же лапшу и снять свои кошечки в телеграме для нас. Я боюсь, что у меня не останется подписчиков после этого челленджа. Но почему бы нет, кстати. Определите ее по вот такой цепи с бомбой в руках. Потому что не похож на японский или китайский язык. Ну это не двойная острота, Настя. Вот если отсюда, это X10 острота была.